Мы встретились на жизненном пути. По-другому эту историю начать нельзя. Я увидела, что здесь стоит велосипед с очень странным грузом. Ну, ничего странного, на датских дорогах встречается и не такое, особенно в летнее время. Но сейчас я слово предоставляю человеку, который захотел говорить на немецком, потому что это ее родной язык. Erzähl, wer bist du? Ja, ich kann. Ich komme aus Deutschland. Ich wurde in Dänemark. Ich könnte auch noch arbeiten. Ich habe noch ein paar Zügeltour. Ich kicke hier ein bisschen rund um die Tänner Kommunen, vor die ich kenne. Ну, если спросить, как далеко до Копенгагена, где она живет, то километры будут измеряться не десятками, тут около тысячи получится, учитывая тот путь, которым она ехала. Was will du sagen? Was kann ich sagen? Ja, ich gehe hier ein bisschen um und um. Und ja, ich denke, ich gehe ein bisschen weit in Deutschland. Ich wünsche, ich habe mit Gitarrenummer. Und so spiele ich in Lenzbücher oder Bücher. Spiele ich ein bisschen Gitarre, weil ich übe dann noch mit klassischer Gitarre. Die früher ja nur vergeben. Ja, ich beginne der Liebe und samtidig gut er noch Geld, man, die erste. Und dann говорит, что она будет зарабатывать деньги, играя на гитаре, которая у нее с собой. И вообще она сейчас собирается ехать в Германию, тут недалеко. Ну, просто, чтобы заехать, а потом вернуться и снова продолжить путешествие по Дании. Манга, так, спасибо.